Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Чи відрізняється моральний кодекс сучасного чоловіка від стародавнього, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Исторический средневековый бой – это спорт. На данный момент официальный спорт в Украине. Кодекс рыцарства, кодекс правил был сформирован еще в 13 веке и дошел до нас. Сейчас в Украине есть несколько даже профессиональных команд, которые занимаются спортом не на любительском уровне. Мы ждем гостей из очень многих городов Украины и даже из городов ближнего зарубежья. Якщо, друзі, ваші серця відкриті романтичним відносинам і ви прагнете пригод, саме для вас фестиваль «Кубок у Львові 2017», який відбудеться у Миколаєві 20-21 травня на території Миколаївської кінно-спортивної школи у Варварівці. А зараз настав час познайомити вас з нашими героями. Дами і господа, сегодня нам предстоит с вами знакомство с настоящими рыцарями. Думаю, что вы не пожалеете, узнав их. Ну а где можно познакомиться с рыцарями? Конечно, в рыцарском замке, куда мы вас и приглашаем. Идемте. И вот, господа, мы уже с вами в старинном рыцарском замке. Как вы обратили внимание, мост опущен. Почему? Потому что нас ждут. Нас ждут два рыцаря, с которыми я и хочу вас познакомить. Для того, чтобы окунуться не только в ту реальность, но и эта реальность, как оказывается, совершенно не чужда старинной рыцарской реальности. А насколько, мы сейчас с вами узнаем. Вот уже сидят наши герои, рыцари. Господа, прошу любить и жаловать. Господа рыцари, здравствуйте. Здравствуйте. Телезрители, несмотря на то, что одеты эти рыцари вполне современно, но это настоящие рыцари. Василий, будьте добры, настоящий рыцарь. Рассказывай. Ну, действительно, как бы это сегодня ни звучало, в нашем обществе есть настоящие рыцари, не побоюсь этого слова, рыцари с большой буквы, их много на самом деле, как это ни странно, в каждом городе нашей страны достаточное количество людей, которые, в общем-то, именно себя так и позиционируют. Существует большое рыцарское движение, сегодня это и спорт, и хобби, и увлечение, но для подавляющего большинства людей в нашем, на наших организациях это все-таки определенный жизненный путь. Почему так? Потому что, ну, наверное, без какой-то, наверное, нравственной составляющей и идеологической составляющей невозможно было то бы огромная деятельность, которая сегодня присутствует в рыцарском движении, в движении исторического средневекового боя. Каждый выбирает, конечно, сам то, что ему ближе, но тем не менее, в общем-то, так или иначе, для всех людей, которые сегодня занимаются исторической реконструкцией, историческим фехтованием, средневековым историческим боем, является, наверное, своего рода кодекс рыцарства, кодекс правил, который, в общем-то, был сформирован еще в 13 веке и дошел до нас. И нам, людям, которые занимаются и много лет этим занимаются, а каждый из нас, вот, ну, вот мы с Ильей занимаемся этим уже почти 16 лет, надо сказать, для нас есть определенный этот кодекс правил, которого мы стараемся, в общем-то, где-то следовать. Просто кодекс некоторых моральных принципов. И в 15 веке, и в 13 веке существовал кодекс рыцарства, который потом, как мы знаем из истории, перетек в кодекс джентльмена и так далее. Это определенные моральные правила для нормальных мужчин, которым можно следовать, можно не следовать. Вот. Но нам это близко. Нам это близко. Вот это определенные понятия о чести, это определенные понятия о совести, это определенные понятия о поведении и о становлении себя в обществе. И поверьте, что эти правила так или иначе разделяют огромное количество мужчин и женщин, которые в нашем движении на сегодняшний день присутствуют. Нам это близко, и именно поэтому, наверное, нам бы и хотелось развивать в Николаеве вот рыцарское движение. Движение благородное, движение интересное, движение очень многогранное, ибо, в общем-то, рыцарский спорт и рыцарское движение – это действительно синтез очень многих интересных аспектов, а именно это и спорт,
это и глубочайшее изучение истории, это и туризм, понимаете, это и активный отдых, то есть то, чего, мне кажется, и, конечно же, моральная составляющая, вот без которой это все было бы невозможно. Илья, будьте добры, кроме морального кодекса рыцаря, как выясняется, сейчас Василий говорит о еще каких-то боевых рыцарских искусствах. Они переплетаются между собой? Конечно. Вы знаете, исторический средневековый бой – это, как Василий уже упомнил, это спорт. На данный момент официальный спорт в Украине. И даже я вам скажу, что и 10 лет назад там нужно было хорошо себя физически подготовить, чтобы достойно выступать и на турнирах, и на маневрах военных. Одно за другое цепляется. Сейчас в Украине есть несколько даже профессиональных команд, которые занимаются спортом не на любительском уровне. То есть фактически они не настолько получают деньги за победы, как это принято в каких-то высокооплачиваемых видах спорта. Но по сути это уже действительно люди, которые занимаются преподаванием, тренерской работой. Они занимаются выездами на различные международные турниры и состязания, на чемпионат мира в частности, который называется «Битва наций». Вот с ними просто человек даже с хорошей физической подготовкой, придя на и одев доспех, не может тягаться в принципе. Конечно, такой класс не у всех команд, хотя многие стремятся потеснить лидеров с их пьедестала. И, скажем так, для того, чтобы достойно, опять же, на уровне украинском выступать в турнирах и фестивалях, нужно заниматься где-то 2-3 раза в неделю фехтованием, именно как бы специальной физической подготовкой, и обязательном порядке где-то 2, может быть 3 при подготовке к соревнованиям раза общей физической подготовкой. Это и спортзал, работа с железом, с утяжелениями, это и какие-то работа с выносливостями, то есть бег, легкая атлетика, вот, связанная с этим. Кроссфит, в частности, очень популярен, в том числе и среди реконструкторов, так как он разрабатывает и силу, и выносливость. Ну, вот как-то так получается. То есть рыцари, они, кроме того, что они благородные господа, они еще ведут исключительно здоровый образ жизни. И преданы, конечно, не всегда одной даме. Господа, неистребима в душах людей вот эта романтика, которую, невозможно, наверное, ничем уничтожить, какие бы времена мы ни переживали. Василий, но с другой стороны, увлечение рыцарской эпохой – сегодня, если уже так опуститься сверху вниз, то это же дело и не дешевое. Конечно, это дело не дешевое, но вы правильно сказали о мечте. Без мечты не может быть никакого занятия, никакого времяпрепровождения. Да? Если ты о чем-то мечтаешь, ты можешь стать этим. Понимаете? И поэтому, наверное, все те люди, которые сегодня принимают участие в нашем виде спорта, да, в нашей деятельности, это все равно люди где-то мечтатели. Потому что из этих мальчиков, которые, наверное, о чем-то мечтали, сегодня вырастают, и уже выросло очень много действительно настоящих рыцарей, бойцов, спортсменов. Конечно, это дело не дешевое, прямо скажем. И хотя я должен сказать, что ни в коем случае наш спорт, ни наша деятельность не позиционируется как некая, так сказать, блажь богатых людей. Ни в коем случае. У нас в движении огромное количество людей самых разных профессий, что называется, и физики, и лирики. Да? У нас есть и сантехники, и работники сферы культуры, и сотрудники различных служб и учреждений, и бизнесмены, и кто хотите. То есть любые разные социальные слои, профессии и так далее, совершенно разным достатком, да? И разными возможностями. Но если ты мечтаешь, я повторяю, ты можешь стать. Да? Вот эти люди, которые мечтают, они находят способ для того, чтобы и приобрести это снаряжение, или же учатся его изготавливать сами. Иногда, так сказать, себе отказывают в чем-то для того, чтобы эти действительно недешевые доспехи приобрести, или же находят возможности, предлагают свои руки, изучают, как делались доспехи. Ведь все доспехи, они делаются по историческим, как бы, образцам и по историческим источникам. Все то, что вы видите на сегодняшних рыцарях, и все,
все, что у них в руках, и все, что их окружает, абсолютно аутентичные копии настоящих средневековых каких-то вещей, доспехов, атрибутики. То есть все по-честному? Все абсолютно по-честному, как и бои, кстати, и ведутся абсолютно по-честному. Если очень распространенно часто задают вопрос: ребята, вы там понарошку сражаетесь? Нет, дорогие телезрители, я всех хочу заверить. Бои ведутся полноконтактно, жестко. Это травматичный вид спорта, очень серьезный. Бьются в полную силу, бьются настоящими стальными клинками, которые не затупленные, проходят как реплики, реплики спортивного инвентаря, то есть макеты спортивного инвентаря. Они изготавливаются, конечно же, по технологиям, отличным от какого-то либо холодного оружия, так что не нужно с этим путать. И, естественно, имеются разрешения у всех, так сказать, кто владеет такими вещами. То есть они как бы безопасны, но бьются ими в полную силу. Полноконтактные ведутся бои, полноконтактная борьба без каких-либо поддавков. И, конечно же, снаряжение это дорогое, но те, кто идут в бой, они, в общем-то, не щадят его никоим образом, потому что люди сражаются, вот, действительно, это хороший спортивный закал, интерес, как бы, и нет места здесь каким-то, договорным каким-то вещам. Вот. Поэтому, понимаете, тот, кто мечтает, тот находит возможности. Так во всем. В нашем движении точно так же. Возвращаясь к нашему Николаевскому движению рыцарей, друзья мои, Николаевскому движению рыцарей, то, Василий, Илья, это не некий закрытый клуб, где тусуются, говоря современным языком, люди очень богатые, которые не желают контактов с остальным миром. Ни в коем случае. Дело в том, что каждый клуб – это своего рода такая община, своего рода братство, которое, чтобы вы понимали, не просто там тренируется вместе, отдыхает вместе. Они ездят командой на соревнования и командой выступают. И как уже выразился Василий, рыцари сражаются по-настоящему. То есть, ты даже вот выходя на аресталище, всегда хочешь видеть в своей команде друга, на которого ты можешь положиться, и который не подведет тебя в трудную минуту. Потому что оставаться одному, на двух, на трех соперников, это, поверьте мне, еще то ощущение. Здесь не важно состояние человека в его денежном эквиваленте. Здесь важно состояние человека вот где-то в другом месте. И честность, и трудолюбие, упорство в тренировках ценится намного больше. Да, и я вам хочу сказать, что вот очень правильное слово «братство». Это действительно рыцарское братство. Неважно, в каком ты, так сказать, социальном статусе, неважно, где ты находишься. Потому что вот это рыцарское братство, это дух рыцарского братства, он ведь распространяется не только даже на соревнования, хочу об этом подчеркнуть. Он не только распространяется на какие-то вот мероприятия, турниры, там, фестивали и так далее. То есть вот здесь как бы мы все братья, а потом разошлись, и мы друг друга не знаем. Нет. На самом деле все движение, которое сегодня присутствует не только в Украине, но и в странах СНГ, и в странах дальнего зарубежья. Вы знаете, все поддерживают друг с другом контакты и помогают друг другу, потому что если даже, не дай бог, каждый человек, который приходит и вступает в это рыцарское, в общем-то, сообщество, да, он знает, что вот это плечо друга, это плечо товарища, оно действительно существует и работает. Ибо если с кем-то случается беда, то я уже из многолетней практики могу сказать, что всегда, так сказать, кидается клич о помощи, и люди совершенно разных городов и стран находят возможность, даже пусть иногда отказывая себе в самом последнем, помочь своему товарищу, которого они, может быть, даже не знают в лицо, но они помогут, внесут свою лепту, потому что все они так или иначе стояли в одном строю или даже сражались против друг друга, но все они являются братьями по движению, братьями по оружию и братьями, в общем-то, по рыцарским вот этим законам чести. И вот очень скоро, господа рыцари, которые сейчас сидят напротив вас, они могут явиться вам и явятся, я так надеюсь, в полном своем облачении. И не только эти рыцари, но и многие другие, вы сможете их увидеть. Василий, когда это случится? Значит, мы решили, мы очень давно хотели, в общем-то, с Ильей, это была наша мечта, в общем-то, начать и развивать в Николаевской области рыцарское движение, потому что, ну так как-то вот получалось, что как-то вот эта область наша Николаевская почему-то была немножко остро, некто кажется,
вот этого процесса. Очень сильно развивалась Одесса, Харьков, Киев, Донецк, Львов, Хмельницкий. А вот тут как-то было немножко такой пробел. Мы решили его заполнить. И поэтому как бы мы уже второй раз проводим международный, на сей раз проводим, впервые в Николаеве, мы проводим международный рыцарский фестиваль по историческому средневековому бою, который называется Кубок Ольвии 2017. Он у нас состоится 20 и 21 мая этого года. Вот, и действительно, мы планируем там тоже предстать в рыцарском облачении, хотя мы будем его организовывать и вести, очень много работы, но я должен подчеркнуть, что да, планируется на сегодняшний, уже очень много заявилось профессиональных, хороших команд боевых, и скажу, что, даже не покривлю душой, что очень много действительно сильнейших рыцарей, сильнейших бойцов ВСБ съедутся на этот рыцарский фестиваль, эти рыцарские соревнования. Мы ждем гостей из очень многих городов Украины и даже из городов ближнего зарубежья. Ну, а теперь, как бы это не было бы так удобно, неудобно, но тем не менее финансовая сторона тоже присутствует, господа. Итак, проведение любого фестиваля – это дело очень хлопотное, это дело дорогое. А проведение рыцарского фестиваля – это вообще, наверное, что-то запредельное какое-то, Илья? Да. Фестиваль – дело не дешевое, тем более, что это должно быть полноценное спортивное мероприятие, а выдержать уровень спортивного мероприятия тянет за собой расходы. Это и правильное по стандартам сделанное ристалище, то есть такая себе загородка для бойцов. Это и профессиональная судейская бригада сертифицированная, это и какой-то хотя бы минимальный призовой фонд и социальный пакет, скажем так, для бойцов, то есть они готовы приезжать и сражаться, но если им закрывают хотя бы там часть или там оплачивают дорогу. Так как фестиваль молодой и движение не раскручено в Николаеве, мы не имеем каких-то спонсоров, ни коммерческих, в принципе, к политическим мы особо и не стремились, но имеем партнеров, которые точно так же, как и мы, горели свои идеи, они тоже готовы делать, и многие вещи делают совершенно бесплатно и без как бы каких-то корыстных умыслов, они хотят сделать что-то для Николаева, что-то, что может изменить к лучшему жизнь в городе, сделать ее ярче, сделать ее лучше, чтобы, знаете, нет ничего лучше, чем увидеть, как будут улыбаться дети. Да, я вам должен сказать, что вот прекрасные примеры есть. Вот, допустим, ребята с нами работают, совершенно молодое такое предприятие, называется «Кузня». Как ни странно, занимаются они великолепными, допустим, изделиями из дерева. И вот они нам сейчас помогают и с ристалищем, и с фотозоной. Очень интересные художественные работы по дереву, аутентичные. Нам очень приятно, что они вот тоже откликнулись. И поверьте, что таких людей в Николаеве неравнодушных действительно сегодня очень много. И мы, конечно, в свою очередь, поскольку скоро мы живем в этом городе, нам бы хотелось, в общем-то, и поднимать какой-то положительный имидж города Николаева, и развивать в нем спорт, и развивать в нем туризм. И, конечно, нам бы хотелось видеть здоровую молодежь и заинтересованную молодежь. Потому что заинтересованная чем-то хорошим молодежь никогда не будет заниматься чем-то, так сказать, вредным для себя и для общества. Вот вы знаете, Василий, вы сейчас говорите, что заинтересованы в процветании города, или я сказал, нет ничего лучше, чем улыбка детей. Ну, правда, телезрители, когда дети улыбаются, это прекрасно. А по долгу службы приходится вот сталкиваться с разными людьми, и, знаете, иногда я слышу, когда вот, например, я выучу язык и уеду, мы учим язык для того, чтобы интегрировать в Европу, мы там делаем то-то для того, чтобы нести себя в Европу, и как-то становится немножко грустно, потому что люди готовят себя для того, чтобы уехать. А почему уехать? Ну, потому что здесь бесперспективно, а вы говорите, нет, здесь классно. Знаете, я вам скажу, я был в Европе, в разных странах. Я ее проехал всю, с театральными гастролями в свое время. Я вам должен сказать, мы очень плохо представляем себе, здесь находясь, что это такое. Это совершенно другие страны, совершенно другие понятия, совершенно другая культура, совершенно другая и, так сказать, моральная и материальная культура. И очень большой вопрос, как бы, могли бы мы
настолько перестроить себя, чтобы, так сказать, приносить пользу обществу, которое живет в Европе. Потому что всегда нужно называть, я хочу что-то от кого-то получить, да, или хочу, так сказать, кому-то что-то привнести от себя, да. Так вот, вот это каждый вопрос, мне кажется, который должен был себе каждый бы, наверное, человек, который хочет нашу страну покинуть, наверное, задать в первую очередь. А насколько я пригожусь как бы там, да? Потому что и смогу ли я там ужиться и жить, потому что не приедет диктовать туда свои условия, да, а совмещать себя с теми условиями, которые, наверное, там мне будут предложены, да? Это большой вопрос, который не всегда, мне кажется, задают себе многие люди, которые бы хотели эмигрировать из своей страны. Мне в данном случае представляется, я думаю, Илья со мной согласится, что не попытавшись для начала изменить какие-то вещи в лучшую сторону в собственной стране, да, в собственном городе, в собственной жизни, да, ну, наверное, нечего тогда ехать куда-то, что-то там делать. Надо сначала у себя что-то попытаться сделать лучше. В данном случае мы пытаемся сделать хотя бы вот в том, что, в чем мы понимаем, в том, что, так сказать, мы профессионально разбираемся. Мы бы хотели, так сказать, внести нечто, так сказать, новую какую-то положительную струю, положительную какую-то лепту в развитие нашего общества, нашего региона, ну вот, и нашего города. Вы знаете, господа, вы еще, я не знаю, знаете вы это или нет, но вы представляете лакомый кусок для тех, кто хочет использовать свое имя в политике или в раскрутке своего имени, потому что на штандартах может так ненавязчиво виться его реклама. Как вы с этим? Ведь рыцарство и современный мир, они все равно должны как-то соединяться. Здесь... Опять же, тонкая грань. Я смотрю, все тонкие вопросы плавно направляются ко мне. Ну, вы, наверное, тонкие, очень утонченные, Илья. Так вроде не сильно. Вроде не сильно утонченные. Ну, на самом деле, спорт, как вот, как бы кому-то не хотелось, может, но он, в принципе, идет без политики. Так, по-честному, спорт – это соревнование, это праздник человеческого духа, тела, красоты, но политика с ним не слишком совпадает. В принципе, фестиваль точно так же. То есть, возможно, как я говорю, вот сейчас нам таких предложений не поступало, возможно, они поступят, но нам, если честно, очень хотелось бы выдержать именно такой вектор, чтобы мы делали классные, качественные фестивали, праздники для жителей нашего города, для взрослых и детей, чтобы им нравилось. Но... мы должны для этого иметь ресурсы. Если у нас будет возможность, мы будем делать это так, чтобы, грубо говоря, ни у кого не просить помощи. И я думаю, что в этом стремлении нас как раз и могут поддержать жители нашего города. То есть вот на данный момент мы постарались сделать, там, не имея спонсоров, всю организационную работу, подключить людей, которые неравнодушны, которые пробуют тоже, как бы, сделать с нами праздник этот еще лучше. Да, мы поставили платный билет, то есть он будет там какую-то минимальную сумму стоить для людей, но если, скажем так, мы внесли свою часть, и каждый, придя на наш фестиваль, внесет свою маленькую часть помощи для нас. Если у нас получится такое взаимодействие, зачем нам какая-то грязь и политика, если мы можем просто всем городом, объединившись, кто-то со стороны организационной, кто-то со стороны посетителя, делать самые лучшие фестивали в Украине. Хочу пару слов вам дополнить. Понимаете, вот еще раз повторю, мы в движении много лет. И слава богу,
что я сегодня не знаю, наверное, ни одного клуба в Украине, да, который бы стал на путь вот раскручивания своего, да, и становления с помощью каких-то политических элементов. Видите ли, по нашему глубокому убеждению, рыцарское движение должно объединять людей и, так сказать, приводить их к некоему созиданию, к некому созданию чего-то интересного и реконструкции старого и созданию нового. Именно поэтому не хотелось бы всем нам, понимаете, действительно вот заниматься какими-то, включать как бы так в свое развитие какие-то элементы вот политики или, так сказать, с этим каким-то образом соприкасаться. Спорт есть спорт, и спорт должен стоять вне политики. И слава богу, что это, в общем-то, на сегодняшний день, я думаю, Илья со мной тоже согласится, это, в общем-то, позиция большинства, подавляющего большинства руководителей клубов и фестивалей нашей страны. Ну и дай бог, чтобы оно так и было. А, конечно же, вот прежде всего мы действительно надеемся на помощь и поддержку действительно неравнодушных людей нашего города, коих, я еще раз повторюсь, слава богу, в Николаеве великое множество. Я нагадую вам, друзі, що фестиваль «Кубок у Львові 2017» відбудеться у Миколаєві 20-21 травня. Змагання сили і краси чекають на вас, друзі. А я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.